Давайте я начну. Все-таки я считаю, зря мы сюда пришли. Мы знакомы уже 6 лет. 5. 5 или 6. Это для нас это как ТО для машины. Диагностика там, проверка движка, сальники поменять. Что ж, давайте откроем капот. Насколько вы счастливы, как семья по 10-бальной шкале? 8. Подождите, 10 – это неописуемый восторг, а единица – полное непонимание? Постарайтесь ответить интуитивно. Ты готова? Да. 8. Вы сейчас занимаетесь сексом? Я не понимаю вопрос. Да. Это тоже надо оценить по 10-бальной шкале? Единица в данном случае – это очень-очень мало или вообще нет. Просто тогда вашу шкалу надо начинать с нуля. Ну, хотя бы на этой неделе. Выходные считать? Расскажите, как вы познакомились? Мы познакомились... Артём написал мне в Инстаграме. Вконтакте. 6 лет назад. 5. 5 или 6? Как вот сделал тебе предложение? А предложение мне сделал на свадьбе наших друзей Тимура и Даши. Кати и Марат. Да. Моя любимая, на самом деле это случилось совершенно случайно, что я поймал подвязку. Тихо. Ты знаешь, я звал тебя всего лишь поздравить молодоженов, поздравить со свадьбой. Но на самом деле ничего случайно не происходит. Никто не старался, чтобы я поймал подвязку. Я действительно поймал. Я хочу себе задать один вопрос. Только мне надо убрать микрофон. Возьмешь микрофон себе? Возьми, пожалуйста. Я тебя люблю! Безумно! Pleasant like you do.